Васюков, да? В детском консультативно-диагностическом центре осмотрели юных пациентов специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Кардиологи, эндокринологи, урологи, лоры, гастроэнтерологи, педиатры и другие врачи обследовали 94 ребенка. Мы всегда делаем это в субботний. Выбираем выходной день, чтобы это было удобно для родителей и для деток. А какая у нас польза? Это экономия времени. Это не нужно ехать в Москву на консультацию, потому что на консультацию к узкому специалисту в учреждении третьего уровня можно потребоваться и две поездки даже. А здесь можно все за один день пройти, сдать анализы, пройти УЗИ исследования и получить консультацию. Из тех, кого обследуют региональные врачи, примерно 10% они отправляют на дополнительное обследование и лечение в Монике или в стационары медицинских организаций по месту жительства. В этот раз медики из Моники отправили в региональные клиники 12 дмитровских пациентов. У нас бригада выездная, да, мы, грубо говоря, осуществляем консультативно-диагностическую цель. Так как в местах, да, отдаленных от Москвы, редко когда бывают узкие специалисты, соответственно, очень много детей остаются недообследованными, да, не выявленные какие-то заболевания у нас. И наша задача приехать, да, педиатры записывают на прием с жалобами определенными, и мы производим сортировку. Мы смотрим, действительно ли у этого пациента, ну, как в моем случае, да, как детский кардиолог, есть кардиологические жалобы и есть задатки, да, для какого-то наблюдения уже у кардиолога со своими болячками. Конечно же, мы оставляем его под наблюдение, назначаем, да, обследование. Если это специфические обследования, мы направляем их либо к нам в стационар ложиться, обследоваться и, соответственно, лечиться. Если же стационар не нужен, мы отправляем в наше КДЦ на Серпуховскую, 62, в Москве. В этом году это уже 6-й выезд специалистов областных клиник в Дмитровский округ. И, по словам родителей юных пациентов, этот формат оказания медицинской помощи региональным врачам очень удобен как для самих детей, так и для местных медицинских учреждений. А как вот помогли сейчас вам врачи? Что вы уже вы узнали? Да, помогли, потому что очень долго задавались вопросом по поводу, есть ли у ребенка порок сердца или нету. И врач приехал, все объяснил, все рассказал. Вас успокоили? Да, успокоили. Это самое главное. По словам медиков, в Дмитровском округе именно болезни сердца чаще всего встречаются у детей. И местные педиатры охотно пользуются поддержкой коллег из региональных клиник для своевременного диагностирования как возможных заболеваний сердечно-сосудистой системы, так и других органов.